Просто рынок. Centro di Mariupol, sulla mia sinistra il teatro, più avanti via Mira, questa è la via centrale dove qualche giorno fa non si poteva passare rilassandosi troppo, dove bisognava correre e abbassare la testa perché ancora i proiettili fischiavano sopra le teste. Sembra essere tornata la vita di tutti i giorni, sì, in mezzo alle rovine, però quantomeno non si sentono più questi proiettili fischiare, le esplosioni. Комментарий дадите, какая обстановка? Как обстановка? Уже потише, уже получше. Вот, на той неделе приезжал сюда, там еще пули над головой свистели, а сейчас уже... Ну, отдаленно еще свистят. Здесь уже в центре Мариуполя более намного спокойнее. Вы в квартирах? Или вот по уже почти неделю живем, а так, да, жили все в подвале вместе с детьми. Сильно пострадали квартиры? Да. Некоторые квартиры наши сгорели полностью. И снимали, которые и собственные... Поэтому сейчас по знакомству, скажем так, есть крыша над головой, а так своих домов нет. Скажите, какие самые актуальные проблемы сейчас? О, я даже не знаю. Как с питанием? Как... С питанием, спасибо, гуманитарная помощь помогает. Если что, на метро ходим. Более-менее, что необходимо, пока есть деньги, скажем так, мы покупаем. Даже можно купить что-то? Да, здесь? Да, да. На метро мы ходим. Можно. Там приезжают машины, как магазинчики. Там ту же колбасу, тот же хлеб можно купить. А хлеб бесплатно же выдавали? Бесплатно тоже выдают. Можно, это да, есть, еще продается. Там, да, может быть, купим. Там кто-то просит покупать. Как вы думаете, вот как себе будущее представляете сейчас? Ой, я даже не знаю, что это. Спасибо. Как будущее представляете? Со светом, с водой. Да, со светом, с водой, с газом, с отоплением. Зимой, с отоплением, да. Чтобы, дай бог, за лето хоть как-то можно было зиму пережить, чтобы были условия. А так... Заметили, уже начали, ну, какие-то работы проводиться по уборке? Да, по... да, ближе там. В ту сторону, к метро, там уже начинают. Расчищают дороги. Да. Но здесь тоже уже проезжают, МЧС проезжали, то есть видно, что работа уже начинает. Несмотря, конечно, на то, что еще стреляют, но люди уже начинают порядок приводить. Вот, живой привет. И мы приводим, и не только мы. Вот. А так вообще ждем, когда Зеленстрой откроется, чтобы тоже наводить порядок в нашем городе, восстанавливать, помогать точно так же. Верите в том, что можно будет его отстроить даже лучше, чем было? А почему бы и нет? Конечно. Мы только за и будем в это верить. А как смотрите на то, что будет другой флаг, другая власть? Абсолютно, честно говоря. Лишь бы было спокойно и хорошо. Все, у нас мы к этому нормально относимся. Какое отношение было со стороны военных России, ДНР? Хорошее. Мы, по крайней мере, с плохим ни с чем не сталкивались, наоборот. Что подскажут, что помогут. С этим у нас не было проблем. Не было, да, не слышали. Вот на Западе переводут, приводят примеры, что на, там, женщина сила. Нет, фу-фу, не дай бог. Слава богу, не было. Расстреливали людей. Вот. Нет. Россияне, ДНРовцы? Ну, вот так говорят. Мы даже впервые слышим о таком. Не дай бог, конечно. Не такое. Дай бог, но, слава богу, с этим не сталкивались. Мы даже не слышали об этом. Честно. Естественно, это говорят журналисты, которые здесь даже не приезжали, просто вот верят. Ну, это Зеленский говорил. Это понятное дело. Слухи что надо рассказать плохое. Зачем хорошее? Нужно плохое рассказать.
И как вы оцениваете действия Зеленского, президента Украины? Ну, в шоке. Ну, после того, как сказали, что из Мариуполя повыезжало большинство людей и остались одни особи, честно, мы в шоке до сих пор. Бог ему судья. Все.